Участие Казанского федерального университета в программе ТОП-100 предполагает максимальную самоотдачу от каждого структурного подразделения. Поэтому и требования для всех без исключения одинаковые. Прекрасно это понимает как в Набережных Челнах, так и в Елабуге. Именно к этим структурным подразделениям по итогам прошлого учебного года было больше всего вопросов. Но буквально за лето общими усилиями здесь удалось заметно подтянуться по всем параметрам. Тем не менее, работать еще есть над чем. И один из основных параметров остается – это востребованность наших исследований и востребованность наших выпускников. Я специально расставил первую востребованность наших исследований, что проявляется тоже в качестве показателя не просто договора о намерении на IPACUS, но и о непосредственно желании финансировать эти разработки. Если есть желание финансировать, это говорит о том, что предприятие или отрасль заинтересованы в этих разработках. На заседании также обсудили вклад структурных подразделений в программу повышения конкурентоспособности. По итогам первого полугодия в лидеры выбились представители гуманитарного направления – психологи, филологи и международники. Держат марку и представители приоритетных направлений – физики, лидеры по числу научных публикаций, а вот биологи и химики активнее всех привлекают молодежь к науке. Ну вот что нас немножко расстраивает, то есть практически по всем стратегическим инициативам, если у нас лидеры, они меняются, в первые десятки так идет активная ротация, то конец списка практически по всем показателям, он достаточно традиционный. Вот это и есть, мне кажется, поле для нашей дальнейшей деятельности. Активно трудится в структурных подразделениях и на внутренних фронтах. Одной из основных задач в этом году является формирование электронной системы обучения в КФУ. На данный момент в электронном доступе уже зарегистрировано 190 дисциплин, и более 15 тысяч студентов используют электронные ресурсы в своей образовательной деятельности. Александр Александров, Руслан Уразаев, Руслан Урманов и Универньюз.